Всем огромный привет, с вами Лина. Очень рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня у нас маникюр со стемпелем. Для начала я вам расскажу о своей посылочке, которую мне рекомендовала подписчица. Девочки, мне пришла вот такая вот акриловая пудра. Цвет натуральный, 20 грамм. Она забита просто под завязку. Действительно забита под завязку. Пришли мне такие две. Цвет тут написано натуральный, еще раз говорю. И смотрите, по поводу цвета. На самом деле она на ногтях, это реально такая молочно-белого цвета получается укрепление. Она очень мелкая. Это реально мука. Вот это мука. Я заказала две штуки. Одна штучка пойдет моей сестре, вторая останется мне. Я сегодня ей работала, мне понравилось. Но нужно приноровиться, потому что вот это действительно мука. Если много насыпешь и не стряхнешь, может не застыть просто гелис, ну то есть база сама не застынет. А маловато тоже она впитывается просто мгновенно на самом деле, то есть нужно вот это контролировать этот момент, но мне понравилось. Заказала себе еще один цвет, заказала прозрачную, придет, посмотрим. В тандеме с этой акриловой пудрой я использовала сегодня базу Your Sugar. Мне нравится эта база, я говорила уже не раз, глянец превосход. Можно носить ее просто самостоятельно, если у вас нет времени сделать маникюр. Реально классно, можно сделать укрепление ногтей и выравнивание пластины. Она не сильно густая, вот эфея она густая, это не сильно густая, но она очень вязкая и комфортная в работе. Мне вот два вот этих продукта реально нравятся. Два гель-лака использовала, это Miss Ladea. Один мы уже делали, 0,74. Я его вообще наносила в три тонких слоя. Вот в три тонких слоя красивое покрытие, такое сиреневое. И второй гель-лак, это у меня Miss Ladea E11. Это шиммерный, полупрозрачный. Блестки здесь очень мелкие, и они разные. Здесь и синенькие, и розовые, и немножко, мне кажется, даже серебристые. Комфортно наносятся, я его наносила тоже в два тонких слоя, чтобы вот именно такой красивый блеск был на ногтях. Для стемпинга будем с вами использовать штампик Beauty Big Bang. Скребочек тоже Beauty Big Bang. Смотрите, штампик Beauty Big Bang. Несмотря на то, что здесь вот уже у меня отваливается немножечко подушечка, да, я думала, он скоро, ну, совсем, я думала, что когда начал отваливаться, все, я им работать не смогу. Нет, я им работаю прекрасно. На самом деле еще поработаю. А потом, ну я думаю, закажу себе новый штампик. Или достану один из своих стареньких. У меня еще есть старые штампики, которыми я как-то забыла, вообще не пользуюсь, когда вот у меня Beauty Big Bang появился. Вообще, кто меня давно смотрит, знает, что раньше я любила очень зефирками пользоваться. Вообще забросила зефирки. Но у меня сейчас маникюры со стемпингом такие, что не зефирками их выполнять. Стемпинг у нас будет двойной. Один лак для стемпинга будет черный Beauty Big Bang в качестве подложки. Второй кац. По поводу этого каца. Я его рекомендовать не могу вам, но на данный момент, когда я делала маникюр свой, я поняла, что мне нужно какое-то сверкающее покрытие и желательно, чтобы оно еще с каким-то эффектом было. Это единственный лак для стемпинга с таким вот сверкающим, незатейливым покрытием, но я этот лак для стемпинга дорабатывала, девочки, я сюда добавляла серебристый пинпай. Вот у пинпай классное серебро, нереально крутое, которое блестит, сверкает, хорошее по текстуре, круто очень смотрится на черном. У меня есть про пинпай вообще видео про лаки для стемпинга. Я сюда добавляла пинпай, и он, соответственно, стал более таким именно не полупрозрачным, да, а хотя бы цвет добавился. Вот он стоит вообще вот этот вот кац, по-моему, бешеных денег. Я его покупала рублей 400 или 500, но свои деньги он не отрабатывает. Я видела, что появились у Бонбрити миллионисты, видела анонс у Beauty Big Bang, именно вот эти вот с голографическим эффектом. И, по-моему, все. Вот Bon Beauty и Beauty Big Bang. Честно, хочу попробовать и Bon Beauty, и Beauty Big Bang. Просто их сравнить, посмотреть, что лучше. Кац однозначно точно не рекомендую, как, в принципе, и остальные лаки для стемпинга. Кац
быстро сохнут, хотя пигментация там просто потрясающая. Для стемпинга с вами будем сегодня использовать. Пластина уже замызгана. Ну и понятно, что я ей работала сейчас. Это пластина X, XL. Вот эти два рисунка. На одной руке у меня был этот рисунок. На вторую руку будем делать, соответственно, второй. Причем мы его будем делать, именно сажать, как улыбку. Именно как улыбочку. Фото будет обязательно, и в Инстаграме будет видео в Инстаграме, поэтому заходите в Инстаграм, ссылка всегда есть в описании под видео. И обязательно будет фото ногтей в конце видео. Так, для начала что мы с вами берем? Берем черный. Сажать я не буду прям, ну, вымерять, как мне нужно посадить. Буду, ну, примерно смотреть. Я определила, что мне нужна большая звездочка. Соответственно, ее я буду всегда по центру, ну не по центру, она с краю получается размещать. А все остальное уже как будет. В принципе, этот маникюр, ну, я не скажу, что он сложный. Тут сложность, наверное, больше в подборе цветов. Убираем лишнее. Переворачиваем, смотрим так, как нужно посадить. У меня задача, чтобы звездочка вот эта вот была видна. Примерилась, сажаю. И прям пальчик свой окунаю туда. Ну, примерно, да, получилось то же самое. Сейчас я вам покажу, кстати, как на штампике смотрится вот этот лак для стемпинга. Я его дорабатывала. Я с такими надеждами его покупала и думаю, ладно, я заплачу эти деньги. Но у меня будет потрясающе красивый лак для стемпинга. В результате ерунда ерундой. Смотрите, он полупрозрачный, но вот эти вот, слава богу, голографические блески, они еще видны. Так, немного сдвигаю, так как мне нужно, и переношу. Вот он хорошо проявляется на черном, или рядом с черным он неплохо проявляется. Теперь то же самое будем повторять. Идея пришла на самом деле сама, как-то захотелось. Даже, знаете, не захотелось вот этого темно-синего какого-нибудь, да, там, цвета, вроде как бы звезды же. А именно захотелось какое-то яркое сочетание. Но на улице осень. Наверное, поэтому хочется все-таки красок побольше. Примерно ставлю. Вот со вторым цветом я уже не примерно, а уже смотрю, как переносить. Опять же, примеряюсь. И вот такая красота выходит. На самом деле здесь немножко есть вот этот голографический блеск. Я думаю, на видео будет видно. Которое видео, конечно, будет в Инстаграме. Так, теперь смотрите, чтобы не испортить вот эти два пальчика, которые уже готовы. Я беру топ и фей. Ну, на данный момент я считаю, что это один из лучших топов, которые вообще на Алиэкспресс у меня были с Алиэкспресс. Очень мне нравится. И фей, кстати, я себе повторно заказала. Была какая-то распродажа на Алиэкспресс, какая-то летняя. И вот именно базу и топ и фей я себе повторно заказала и взяла еще себе один цвет. Там. Ну, придет, я вам все покажу, конечно. Очень мне нравится и блеск, и как носкость вообще потрясающе, и как наносится, мне тоже нравится. Сделала, теперь продолжим делать стемпинг. Почему так делаю? Потому что если я попаду жидкостью, а я это могу сделать, то стемпинг будет испорчен, надо будет переделывать. Вот, чтобы себя обезопасить, топ покрыла. И сидишь спокойно, работаешь. Перенесли и переносим на ноготь.
На самом деле можно было просто черным оставить. Тоже круто смотрится. Но я по стемпингу соскучилась. XL пластины посмотрела, вообще полно. Делай. Кстати, по поводу XL пластин. Повторюсь еще раз. Для легкого, в исполнении стемпинга, красивого, интересного, на любой вообще вкус здесь рисунки есть, это самые лучшие пластины. Я это вот повторяю и буду повторять. Пока кто-то из производителей таких, как Bon Brity, Beauty Big Bang, те же самые, не знаю, Николь Дарри, не сделают вот такие вот пластины, да, в зеркальном отражении, с красивыми, реально красивыми рисунками, для меня пластины XL будут самыми лучшими. Они простые в исполнении, да, то есть здесь хорошая гравировка. Из многообразия пластин, ну, на любые ногти там можно найти рисунки. Да, и здесь есть какие-то рисунки, которые, например, не знаю, я пока не понимаю, как их использовать, куда и зачем. И мне непонятно, как это будет смотреться в стемпинге. Но таких рисунков и в обычных пластинах у нас полно, да. Редко бывают прям супер удачные пластины. Хотя у меня на канале такие были и не раз, и я вам об этом говорила. Но по факту редко, редкость, когда вот все рисунки прям огонь. Как правило, в любой пластине есть какие-то рисунки, которые, ну, никуда. Ты на них смотришь, понимаешь, делать ничего ты с ними не будешь. Здесь же, конечно, прелесть этой пластины, что рисунки в зеркальном отражении. Большинство из этих рисунков крути, верти, как хоти, и у тебя получится крутой маникюр. И, в принципе, достаточно здесь просто, ну, подобрать, да, лак, гель-лак и лак для стемпинга. Все, сочетание подобрать и сиди делай. Так, сейчас покрою топом. Вот XL пластины однозначно я рекомендую. Это вот прям must-have-ище для тех, кто любит, ну, красивые и при этом несложные в исполнении маникюры. Реально must-have-ище. Классные очень пластины, мне они безумно нравятся. Но мне их достаточно, если прям захочу, ну, куплю себе еще. Теперь я покрываю все 4 ногти еще одним слоем Ифеи. Мисс Ладе, кстати, неплохие гель-лаки, очень даже неплохие. У них есть с эффектами Ифей и базы топ-классные. Кстати, в этот раз я базу не использовала Ифей вообще. Ну, я использовала Юр Шугар. По поводу базы Юр Шугар, она реально классная, мне нравится. Топ нет, как-то что-то я пока не очень. Мне нужно, мне кажется, по поводу топ еще посмотреть на него. Но пока у меня впечатление так себе. Поэтому, когда вот эта распродажа была, я не стала себе брать на самом деле. Даже, в принципе, базу не стала брать, потому что мне ее еще нормально хватит, да? А потом я уже пойму, брать комплектом себе базу и топ от Юр Шугар или брать только базу. Потому что база мне понравилась. С пудрой акриловой. Если будете заказывать, учтите, что это мука. Но по цене до 100 рублей 20 грамм заполнено под завязку. Ссылку я на нее оставлю. Мне оставляла подписчица. Вообще у меня подписчицы молодцы. Все ссылки, которые они оставляют, реально крутые. И если вы вдруг не видите какой-то товар, а ссылку вы оставляли, скорее всего, это у меня или в корзине, или в избранном. Я покупки сейчас на Алиэкспресс не делаю так. Все, мне ссылку дали, я бегу покупать. Нет, я смотрю на товар, смотрю долго, решаю, нужен он мне или нет. Пудру я, кстати, сразу закинула себе в корзину. Она у меня была в корзине, лежала долго. Потом я уже просто, когда поняла, что у меня заканчивается моя пудра, заказала. Шла, кстати, недели 3-4.
И вот сейчас еще одна мне идет. Ну вот, я надеюсь, что акриловая будет прям прозрачной, потому что вот это... Давайте я вам покажу. Я, конечно, сейчас заглаздываю себе весь коврик. Но я вам покажу. Это мука. Это реально мука. Настолько мелкого помола я еще вообще не видела. А я акриловую пудру заказываю не то, что часто, а очень часто видно, что прям она мелкая-мелкая. Вот ее прям берешь, так, и она прям сыпется. То есть она не сыпется, как песочек. Она именно вот как мука. Все. Но классная, классная. Конечно, и то, что 20 грамм здесь. Я вчера буквально смотрела на Алиэкспресс. 24-28 грамм. 200-300 рублей стоит здесь. 20 грамм. Я брала первую, по-моему, за 70 или за 80. Вторую за 60-70. Ну, классная. Мне понравилось. Так, девочки, убираю всю грязь и вам показываю готовый результат. Ну что, всю грязь я убрала. Ну, мне нравится маникюр. Вот даже видно немножечко, как сверкают звездочки. Сам маникюр сверкающий, яркий. Ну, посмотрим, что мне завтра скажут на работе. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Жду ваших комментариев. Всех целую, обнимаю. До новых встреч.